Финансовый кризис – это когда очень мало денег. И наоборот, все стремятся на работу. Это когда очень мало денег на заводах, деньги воруют. И получилось недостача. Поэтому зарплаты платят меньше, а цены подорожали, чтобы покупателей было больше. Но я лично думаю, чтобы покупателей было больше, надо снизить цены максимум. Потому что если они будут дороги дороже, а зарплаты меньше, то в конце концов людей не будет хватать на даже еду, ту, которая нужна. Поэтому если надо как-то стараться прекратить эти кражи, чтобы как можно больше денег выработалось и доехало до банка, тогда, возможно, кризис кончится. Я считаю, что надо просто поставить охрану вокруг денежного завода, вокруг. Если вокруг поставить, то, может быть, и кражи не будет. А если вот поставить кучку в одном месте, то воры могут в противоположную сторону попасть. И, возможно, кризиса не будет. Но это все как решит президент. А просто я просто очень умный. Я смотрю Галилео, я смотрю BBC про животных. Но любовь происходит. Но я знаю, что это реакция организма. Любовь? Да. Реакция. Это не реакция мозга, это именно организма реакция. И вот когда очень хочется познакомиться, иногда это очень получается. И поэтому любовь после нее, после дикой, ну вы понимаете, образуется выработка гормона из мужского пола. И вот этот самый гормон попадает в тело женского пола и образует клетку. В теле женщины, даже молодой, 1 000 000 клеток детей. Даже за всю жизнь она не сможет родить весь 1 000 000. Клетка эта пробуждается, чтобы расти. Поэтому так и получается. Это... А? Какие мне девочки нравятся? Ну, милые, во всяком случае, приветливые и, самое главное, хитрые.